саженцы туи западный Golden Brabant, Thaia occidentalis Golden Brabant, используются для декорации ландшафтов, создания натуральных изгородей. Кустарник быстро растущий, до 30 см в год с конусовидной кроной. Вырастает около 3 метров в высоту и до 1,5 метров в ширину. Хвоя чешуйчатая, желто-золотистая, не меняет окраску независимо от времени года. Плоды – темно-коричневые шишки. Хорошо переносит жаркую погоду. При посадке предпочтение следует отдавать увлажненным почвам с хорошим дренажом. После высадки необходим регулярный полив на протяжении первого года. Туи западная Golden Brabant – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, живых изгородей. Туя прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола туи западная Golden Brabant можно отнести к группе высокорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания туи прекрасно подходит открытый грунт. Лист этого прекрасного растения по форме иглоподобный. Обратите внимание, что туи западная Golden Brabant – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.